посмотрим. Что тут у нас? Да, выглядит как аэропорт. Так, отсюда у нас, друзья, отходят паромы, по крайней мере, должны отходить, а вон и паром наш стоит, вроде бы. На соседний остров, который называется остров Гоза. Мы сейчас находимся на Мальте. Ехать сюда с центра, если этого Мальты, ну как с центра, Сан-Джулианса, около примерно часа, около 40 может быть, стоит это 20 евро. Hello. Так, вот Гоза спрашивает. Спроси вот у этого пацана, он что-то про Гозы говорит. А? Sightseeing, something like that. Yes, but we don't want sightseeing. We just want to ride. It's a hop-on, hop-off bus. You can visit all around Gozo. But we're going for long trips. Yeah, we're going for long trips. Yes, don't worry. You can use it for one day, a day ticket. It's okay. Thank you. Он предлагает эти поездки по местности уже. Will you go to work on here? Gozo, Gozo. Gozo is from inside the terminal. Here, for your ticket, you buy it on the way back. When you are, Gozo. Как здесь много предлагающих экскурсий. Чё хочешь там? Только мы вчера с этим поездом. А. Thank you, thank you. Merci beaucoup, Баркл. Да, да, да. Лучше не надо машину брать. Да? Дешевле вам. Не надо машину брать? Да. Так. For the ferry? Tickets? It goes off before you come back. You just go on and then you pay before you come back. Sure? Yes. You're asking me if I'm sure? Sure, okay. Что надо платить, когда вы обратно? Обратно куда? Ну это что? Вот это да. Это типа заманушка, что ли? А обратно надо платить 10 тысяч евро, да? На остров заедешь и потом не выйдешь оттуда. Это очень интересно уже становится. Такое я впервые вижу, да. Друзья, находимся на острове Мальта сейчас. И чтобы на всякий случай подробнее рассказываю, находимся на острове Мальта, едем сейчас на остров Гоза. И этот человек сказал, что платить надо, то есть билеты покупать ничего не надо. Туда едем бесплатно, когда уже будем возвращаться оттуда. Я так понимаю, там, значит, аэропорта нет. И других паромов, которые оттуда отходят, тоже нет. Получается так. Вот. И поэтому плата будет производиться на обратном движении. Сколько это стоит, не знаю, но как видела. Да, система не очень интересная. Ну, для таких смельчаков, кто обратно в план, и таких выносливых, то это бесплатно можно. А если обратно не поедем, может, не зачем жить. А может быть, потом там я. Ну да. Не, ну нормальная тема. В зависимости еще, конечно, от стоимости билета. Мы же не знаем, сколько этот, да, сколько этот билет обратно стоит, пока не знаем. Так, друзья, вот такой паром у нас. Да, большой магазинчик. Роза ветров. Пойдем. Единственное, мы не знаем, сколько нам всего ехать. Пойдем наверх посмотрим. Так.
Смотрим, что у нас тут за место имеется. Окей. Так, здесь в общем места все уже забиты. Возможно, даже лучше будет внутри сесть. Потому что здесь очень жарко что-то. Так, друзья, пока я выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Попозже на связь. Находимся на Мальте, едем на Гоза.